Дорогие друзья, у многих в России до сих пор в голове не укладывается, как могла произойти такая ужасная трагедия с нашим любимым советским и российским актером театра и кино Владимиром Сержаковым. На данный момент Владимир Сержаков находится на обследовании в одной из больниц города Краснодара. Там ему стало плохо на телевидении, куда он был приглашен. Прямо в прямом эфире он потерял сознание и упал со стула. На данный момент уже сообщили родственникам, которые направляются в Краснодар для того, чтобы навестить нашего актера в больнице. Подробности этой всей трагедии мы сможем рассказать вам только завтра рано утром, так как медики еще пока никак не прокомментировали данную ситуацию. Следите за новостями, ведь только мы сообщаем вам интересные новости. Никто, кроме вас, друзья, нас не оценит и ту работу, что мы делаем. До скорой встречи, берегите себя, родных и близких.